51, умницы. 44, 45, 46, 49, 50. Хорош, здорово, Саня, молодец. Все, уже. Все, закончили сейчас. Сколько? 6-1. Готов к сезону? Ну, в принципе, терпишь. Молодец. У большинства побольше. Ну, все. Все равно тяжело. Идеально. Что это? Или наоборот, под нагрузкой типа легче? Нет, ну это толерантность к гликолитической работе. Плактату. А, то есть это, на... это хорошо. Это хорошо, большая меня работа. Меня надо палкой гнать, да, короче? Ну, можно тебя так гонять. Нет, 6-1, молодец. Хорошо. Сейчас, тем более, к третьей минуте она должна была накопить. Неплохие. Тараган? Тараган. Где брать это? Тараган. Нам, может, сейчас будем идти. Я попадаю сейчас? Да, да, да. Чуть-чуть огнем немножко. Ага. И вот смотри, если я ее сгибаю немножко, я более адресно попадаю или нет? Или наоборот лучше, нет, прямая? Лучше прямая, да? Вот, хорошо. Так, да. Ага, давай. Как чувствуется? Это хуже Акилю? Ну это да. Там же бедро. В смысле бедро? Ну там. Задняя? После стыка. Миха, скажи, что самое сложное в сборах? Точнее, не в сборах, а в футболе. Да, что самое сложное? Самое сложное в футболе – это сборы. Понял. 4. 15. Проезжали. Я же говорил, сборы это самая тяжелая работа. Пять двадцать восемь, 5:21, 5:28. Я беру 5:21, 5:28. 5:06. Как этот комбионок, а? 5:45. Пока самые быстрые лодки в белоноге. Вдвоем? Вдвоем, а тот вон там. Там же по парам. Сейчас это. Да. Достижа нет позитива. Темпово круто. Да все, все. Максимум, да, брат? Тяжело, да, брат? Ну, сейчас нормально. Все, уже пробежали. Первые два нормально, потом... Тима, ты знаешь, что ты самый быстрый? Давай там нет. Брагинс. 60. Красавчик. Бля, конечно, молодец. 50, белонок, 50. Хорошо. Несешься, конечно. Давай, Живулечка, давай, давай. Леонидыч, бери быстрее. Это моторка. Давай, давай, Макс. Опа. 58. Хорошая. Молодец. Хорошая машина. Это Шева.
Это поддержал меня с короной. Молодец, молодец. Давай, ложка! Хорош, ложка! 57,5! Ложкин наш чемпион. 57 секунд в крайне сложных погодных условиях и практически без бутс. Вообще, молодец. 57.